Всем привет! Сегодня я решила послушать Noise the MC. В книге все было по-другому. Четвертый раунд. Я слушала Оксимирона. Ну вот как бы из всех Оксимиронов, которые я слушала, мне кажется, вот это в книге все было по-другому, было самое интересное. До этого мне не очень нравилось. Вот, а сейчас вот буду Noise the MC. Его я еще не слушала ни в каких раундах. Я, ну, как бы заранее приношу извинения, потому что тут я вообще не любитель, когда вот эти батлы, все, потому что я не все понимаю, не знаю же там это подноготную всю. Вот, поэтому мне порой бывает тяжело. Но я это слушаю, знаете, ну, как бы и вы просите, это раз. Во-вторых, мне просто интересно, как раскрывается тема тех или иных исполнителей. Ну да, не всегда раскрывается для меня понятно. Ну, я же оцениваю с своей точки зрения, поэтому вот так. Из всех, кого я слушал до этого, мне больше всего понравился Deep Xsensus. А все остальные были так это посредственнее. Итак, Noise MC. Ну, Deep Xsensus я слушал в другом раунде. В книге все было по-другому, в легенде факт лишь фундамент. Не специалист, у тех часть интересно, вряд ли в фонтане. Зритель лишь струями любуется праздно в бледном мерцании подсветки. Но все-таки послушайте правду, если не заняты детки. Старик Джузеппе, коллега Иосифа из Назарета. Из дерева сделав 1008 за жизнь табуреток. Посидел, облысел, упахался как лось и зашился конкретно. Здорово. Бедно, что кое-как наскребал гроши за аренду. В окошке мрачное гетто, мафиози и карабинеры. Тут социально позитивных не нашлось бы по примеров. Кругом хибары, фавелы, стены старой фанеры. То войны наркокартелей, то кошмары холеры. Джузеппе грустил, что бездетен, и сидя под дубом у дома, порой в бреду бормотал советы себе самому молодому. Потом вспоминал, что за уныние котел в аду готован, и возвращался к верстаку, воспрянув духом по новой. Но дуб внезапно спилили в один безрадостный день, и сень листвы над головой сменил под задницей пень. Джузеппе подумал, что сошел с ума от жизни в трущобах, когда мальчишеский шепот вдруг услыхал из поджог. В книгах все было иначе, наврал и Толстой, и Колоди. Крути-ка ручку, шарманщик в калейдоскоп. Умница вообще, молодец. И подходящий, под него расскажу я, как деревянный глупый мальчик все профукал вчистую. В книгах все было иначе, наврал и Толстой, и Колоди. Крути-ка ручку, шарманщик в калейдоскопе мелодий. Найди мотив подходящий, под него расскажу я, как деревянный глупый мальчик все профукал вчистую. Работа кипела, бурляя, к финалу первого дня престарелый столяр ликовал, со стола на него смотрел. Родня, он строгал, пока не зардела заря, поняв, что дело верняк. Насрать, что кто-то скажет дразня. Твой сын дубина сделан из пня. И пусть на изъяне изъян, пусть голос визгливый пискляв, пусть что хотят, то пиздят. Жестоко всегда ребятня. Он взял сынишку под мышки и гордо кверху подняв, заулыбался без зуба. Счастливый ветхий бедняк. Ой, если б только он знал, сколько боли ждал он за углом. Сынок-то был дуболом, и за намалеванным криво таблом, увы, вот облом. Вместо извилин лишь годовые кольца. Ток-ток, есть кто дома? Иди, я открою, не беспокойся. Где твоя азбука, сын? Отец, я продал ее. О боже, гребаный стыд, пиздец. Ты что, долбоеб? И зачем я плачу за учебу ради этих причуд, долбоеба? Хочешь, чтобы окочурились оба в этой лачуге в трущобах? Тут надо въебывать, чтобы деньги текли, а не капали. Квы девила вора ресенция. У меня съесть, а он пикала чепа дивара капали. И пусть в либеральной Европе беленца доместника меня обвинят, но сейчас твоя квадратная деревянная жопа получит ремня. Послушай, Буратино, брось баловаться, иди в школу. Ищи ее! Дай мне жить спокойно! Ну ладно, живи. Только я за твою жизнь не дам и сухой дохлый мусор. Это почему? Потому что у тебя глупая деревянная голова. У большинства рыбергов, у мака, кумака... Вот вообще, вот Noise MC, мне там... Уникум. Великий посыл нереальной силы. Как жаль, что в книге все по-другому было. Я послушал твои треки трущобный хуй. Это на каком языке? Что такое просвыть на слуху? Что такое стрелять с ракет? Ты косноязычен и уебищен, запас словарный, как у папуаса и IQ за ракет. Да дикость и вторичная, беспомощная, сраная пластмасса. Худшее, что может быть в рэперке, в твоем быдло мерке. Ты, возможно, свои лажи говуту убирал налегке. Но в этом театре ты не вешалка, даже ты дыра в номерке. Как собак на сраный паркет, получай пизды. Ты получишь и ты, других вариантов тут нет. Под лучами звезды тают грязные льды. Весь шлак оседает на дне, исчезая во тьме. А что можешь ты сказать мне, чего я не слышал еще? Попробуй хоть чем-то задень меня, маленький пенис трущоб. Слабенький, сделав трючок, жонглируя баянами в валенках с пеной ущоб. Ты безграмотен, как Кити Лен и Ванги, эй, дурачок. Ты думал пройти с этой шляпой, неоправданно смелый расчет. У большинства рэперков
стоят по сей день заводы. Делаешь рэп через пень-колоду. Лучше оранжевую робу примерь, попробуй. Твой ПТУшный опыт был бы незаменим у станка. Именно таким, как ты, легион В. Значит, не вендетта, а вылет анонимус пока. Прославиться и хочется, и колется. Но пень не околется, тупая речь не пословица. Лучше бы тебе не позориться. Ведь нельзя писать хуйню, типа твоей совестью не поссориться. Где твой внутренний критик? Он в простыню до зачатия. Выйти, кладу на тебя болт, ничем не примечательный винтик. И пройди тебя в паре, как из чатика. Выйти, зачитай мне про митинг. Прах и пожорство расскажи, дай жару. Я такой старый, что помню, как хайп называли пиаром. Такие же точно лошары, вообще в ушах. Мужик, как шок, вот это шик, ебать, сижок. Культурный шок, таких комментов ждешь, лошок. Хуй там и шаг, тут бади бэк, тащи мешок. У большинства рэперков ума как кулмака. Нет, у них нет проблем с языком. Это в книгах все не так. В каждом треке смысл великий и посыл нереальной силы. Как жаль, что в книге все по-другому было. У большинства рэперков ума как кулмака. Нет, у них нет проблем с языком. Это в книгах все не так. В каждом треке смысл великий и посыл нереальной силы. Как жаль, что в книге все по-другому было. Ну, во-первых, рост, как люблю, как люблю. Начал с потихонечку-потихонечку и затанцевала сама. Вот это единственный, второй, кого я слушала. Вот я сказал Deep and Sex, Senses и Noise MC. Вот, во-первых, вот все понятно. Очень много юмора. Даже вот, ну, как бы, это там не подтекст, это юмор именно. И такой он тонкий юмор, вот, люблю. Ну, то есть, видно, что умный человек. Раз. Во-вторых, хорошо написанные стихи. Опять, как поэт, который тоже периодически пишет, вот, оцениваю таких исполнителей, просто респект. Вот. Вот, значит, во-первых, много было вот этих всяких изменений не в тексте, а в музыке, да, что тоже, потому что, ну, долго, да, вот целых почти 6 минут, но вот, было вот, не было ощущения, что вот надоедает, потому что все время по-разному. Вот первая часть была про Буратино, тоже вот шикарная, мне больше всего понравилась первая часть. Вторая часть, это, видимо, он там на кого-то наезжал, не поняла на кого, но вот опять, тема раскрыта шикарно. Последний он уже на рэперов наехал и, в общем-то, и правильно сделал. Вот. Я ставлю 10. Ну, все очень было круто. Всем пока.